Это программа «Итоги» на ТВ-3. Меня зовут Владимир Унанянц. Добрый вечер. И вначале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Сценарий Евромайдана в Грузии. Глава МВД обвинил бывшую правящую партию в подготовке беспорядков. Украинский парад суверенитетов. Депутаты Донецкого областного совета провозгласили создание Донецкой Народной Республики. Восток призывает Россию ввести войска. Невыездные. Почему жителям Панкиси не дают покинуть Грузию? Спецрепортаж из горного ущелья далее в программе. Единое национальное движение разрабатывает в Грузии сценарий Евромайдана. Об этом министр внутренних дел страны Александр Чикаидзе заявил в интервью изданию Prime Time. При этом глава МВД отметил, украинский сценарий для Грузии не актуален. Тбилиси не отказывается от демократических ценностей, а наоборот, уже в июне собирается подписать договор об ассоциации с ЕС. Также Чикаидзе уверен, что нацдвижение намерено сформировать зондергруппы, членами которых могут стать лица с криминальным прошлым. Министр внутренних дел считает, что парламентское меньшинство путем создание беспорядка в Грузии надеется укрепить собственные политические интересы. По мнению Чикаидзе, целью всего этого является дестабилизация и свержение власти. Глава МВД также отметил, что каждый гражданин Грузии имеет право на собственное мнение. Но если это мнение будет демонстрироваться агрессивно, то виновные будут наказаны. Правящие партии Чикаидзе поддерживают и отмечают, заниматься решением подобных проблем его работа. У Министерства внутренних дел своя компетенция касательно защиты внутренней безопасности. Министерство обороны ориентировано на угрозы извне. Я обращаюсь к общественности. Ничего тревожного не происходит. Просто принимаются меры в преддверии подписания договора об ассоциации и саммита НАТО. Грузия к тому времени должна быть стабильной. Разумеется, министр внутренних дел знает больше. Он располагает оперативной информацией касательно событий внутри страны. Хотя я надеюсь, что беспорядков не будет. Реакция на заявление главы МВД не заставила себя ждать. В едином национальном движении Чикаидзе обвинили в распространении ложной информации и провокации. По словам представителя парламентского меньшинства Зураба Джапаридзе, для того, чтобы сменить власть в Грузии, сценарий Майдана не нужен. Он утверждает, слова Чикаидзе – это очередная попытка власти перекрыть проблемные темы, которых на сегодняшний день очень много. Члены нацдвижения предложили главе МВД посетить заседание парламентского меньшинства и отметили, что Майданы устраивает не оппозиция, а руководство страны. Ручной мальчик Хаким Паши озвучил полный бред в стиле дешевой газетенки. Он усмотрел опасность в прозападной оппозиции. Мы требуем, чтобы министр пришел на парламентское заседание и подкрепил свой бред фактами. Чикаидзе не воспринимает всерьез не то, что в грузинском обществе, в собственной партии. Ясно, что его недавнее заявление – прямое указание премьера Гарибашвили. Прискорбно, что на фоне усиления угрозы со стороны России и роста криминала внутри страны глава МВД занят сплетнями такого типа – и принимает участие в преследовании политических оппонентов. Это очень несерьезное заявление. Если где-то действительно нарушается закон, они должны заняться решением проблемы, а не обвинениями в адрес политических оппонентов. Мы никогда не будем принимать участие в вооруженных конфликтах против руководства страны. Украинский парад суверенитетов. Депутаты Донецкого областного совета провозгласили сегодня создание Донецкой Народной Республики. При этом, как и в Крыму, где местные власти сначала объявили о независимости, а затем о намерении войти в состав России, донецкие законодатели также заявили желание присоединиться к Российской Федерации. Соответствующий референдум должен состояться не позже 11 мая, решили депутаты. Пока же решать судьбу Донбасса доверено Верховному Совету самопровозглашенной республики. Нашего заседания. Провозглашаем создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. Народный совет также обратился к Владимиру Путину с просьбой о вводе в регион временного миротворческого контингента. Российские войска, как заявляют депутаты, должны обеспечить безопасность жителей Донбасса в случае агрессивных действий со стороны Киева. Областные власти озвучили свои планы на фоне массовых акций протеста на востоке Украины. Накануне вечером в Донецке, Харькове, Луганске пророссийские активисты захватили ряд правительственных зданий. Обращаемся к вам, Владимир Владимирович, как к последней надежде на наше будущее и будущее наших детей.
Только в России мы видим единственного защитника нашей культуры, русского мира. Только миротворческие контингенты российской армии смогут дать убедительный сигнал киевской хунте, которая пришла к власти через оружие и кровь. Мы готовы бороться и погибать за наши идеалы и за наши убеждения. Но без вашей поддержки, без поддержки России, нам одним будет непросто устоять против киевской хунты, ее неофашистской системы. Поддерживаем это обращение. Между тем, в Луганске пророссийские активисты, захватившие накануне здание Управления службы безопасности Украины, записали видеообращение от имени Объединенного штаба армии Юго-Востока. На кадрах 12 мужчин. Некоторые из них держат в руках автоматы Калашникова. Вооруженные люди заявляют о готовности вступить в открытое противостояние для защиты своих ценностей. Мы, Объединенный штаб армии Юго-Востока, обращаемся к народу наших областей. Мы обещали, что если до 6 апреля не будут выполнены наши требования, мы вступим в открытое противостояние. Сейчас мы обращаемся к вам из областного СБУ Луганской области. Здание полностью под нашим контролем. Мы призываем все население областей выйти в поддержку нас и наших требований, которые касаются нас всех, всего Юго-Востока. Пора выступить за свои права и наши ценности. За последние сутки наша армия многократно увеличилась. В данный момент мы готовы отослать резервный отряд в город Донецк, если в этом будет необходимость. Отмечу, что еще утром премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещал не допустить повторения на Востоке крымского сценария. На заседании правительства глава Кабмина выразил уверенность, что жители восточных областей хотят жить в единой стране. Призывы к федерализации он назвал попыткой уничтожить украинскую государственность сценарием, написанным Россией для расчленения Украины. Яценюк также предположил, что Москва не отвела войска от границ, как сообщалось ранее. В захвате же административных зданий на востоке Украины он обвинил радикалов со специфическим российским акцентом. Они, по утверждению премьера, координируют действия с иностранными спецслужбами. То есть абсолютно понятно, что идет реализация антиукраинского, антидонецкого, антилуганского и антихарьковского плана. Плана по дестабилизации ситуации, плана по тому, чтобы иностранные войска пересекли границу и захватывали территорию страны, чего мы не допустим. И уверен, что жители Донецка, Луганска и Харькова хотят жить в единой унитарной стране. О намерении не допустить повторения на востоке Украины крымского сценария в специальном обращении к нации заявил исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов. Временно глава государства сообщил о том, что уже завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за сепаратизм. По его словам, в рамках нового закона, возможно, будет наложен запрет на деятельность ряда партий и организаций. Турчинов также сообщил о том, что ночью власти создали антикризисный штаб. По словам Турчинова, защита восточной границы Украины усилена. Повалити українську владу, зірвати вибори. Сепаратистские группировки, координируемые российскими спецслужбами, захватили здание областной администрации в Харькове, помещение областной администрации службы безопасности в Донецке, а также помещение СБУ в Луганске. В том числе, что особенно опасно, взяли в руки оружие. Все это происходит на фоне присутствия российских войск у нашей границы. Враги Украины пытаются разыграть крымский сценарий, но мы этого не допустим. Украинцы не хотят идти на войну, но нужно действовать, чтобы война не пришла к ним. Так бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, активно поддерживавший Евромайдан, прокомментировал последние события на востоке Украины. Политик, известный своей антироссийской риторикой, предостерегает власти в Киеве. Сегодня-завтра следует ожидать вооруженных провокаций. Экс-глава грузинского государства говорит о реальной угрозе того, что Украина будет терять по региону в месяц. Сейчас решается вопрос о жизни и смерти украинской государственности. Нужны решительные действия, ибо промедление смерти подобно, заключает Саакашвили. События в Украине сегодня прокомментировала министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе. Она еще раз подчеркнула, что Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и назвала крымский референдум нелегитимным. Мы не разделяем.
Крымский референдум мы признаем нелегитимным. Любая эскалация, которая может произойти на востоке Украины, крайне возмутительна как для нас, так и для всего международного сообщества. Запад сегодня еще раз отметил, что не потерпит в 21 веке нарушение территориальной целостности государства. О беспорядках в Украине сегодня в Вильнюсе говорил и председатель парламента Грузии Давид Усупашвили. Глава высшего законодательного органа страны находится в Вильнюсе на конференции председателей парламентов Евросоюза. Формат встречи предусматривает участие стран Восточного партнерства. В ходе форума обсуждались действия России, кризис в Украине, меры, которые должно предпринять мировое сообщество по урегулированию конфликта. В рамках визита Давид Усупашвили встретился со спикерами парламентов Польши и Италии. События, развившиеся в Украине за последние часы, крайне печальны. Ясно, что процессы не нормализуются. К сожалению, на сегодняшнем заседании не будет присутствовать господин Турчинов. Но мы будем говорить об Украине. В конечной декларации этот вопрос будет серьезно отображен. Невыездной. Сайхана Музаева вновь не выпустили из Грузии. Уроженец Чечни, переводчик по профессии, вот уже 4 месяца безрезультатно пытается отправиться в Великобританию, где ему предстоит пройти языковую практику. Однако пограничные службы страны по неустановленным причинам не допускают молодого человека к рейсу. Сам Музаев утверждает, что попал в немилость из-за отказа давать показания по нашумевшей спецоперации в ущелье Лопота. Причем Сайхан Музаев не единственный, кто жалуется на давление со стороны силовых ведомств. В допросах и задержаниях говорят и многие другие жители Панкисского ущелья, населенного преимущественно кистинцами и этническими чеченцами. Наша съемочная группа побывала в Панкисе, а затем провожала Музаева в аэропорт. Удалось ли ему на этот раз покинуть пределы страны? И что или кто не дает покоя жителям Панкиси? Расскажет моя коллега София Тетрадзе. Мы, кистинцы, никогда не делали ничего плохого в отношении Грузии и не собираемся, потому что это наша родина. Жители Панкиси не привыкли жаловаться на государство. Впрочем, сегодня ущелье как никогда хочет быть услышанным. На фоне тяжелейших социально-экономических проблем, бедности и безработицы у грузинских чеченцев с некоторых пор появилась новая головная боль. Каждый раз, когда мы показываем свой паспорт представителям правоохранительных органов, у нас возникают проблемы. Они вводят данные в базу, и там пишется «задержать». Несколько дней назад меня остановили в Тбилиси сотрудники патрульной полиции. Когда я показал им свое удостоверение личности, я подумал, вот сейчас они меня вытащат из машины. Но, к моему большому удивлению, мне никто ничего не сказал. Выписали только штраф за нарушение правил дорожного движения. Я даже спросил, и это все? Они ответили, да, все. Я говорю, а вы в базу заглянули? Они говорят, да, я уехал. Но это случилось со мной, а так задержания продолжаются по сей день. Кому-то дают возможность передвижения, а кому-то нет. Не знаю, по какому принципу. Например, чеченец Сайхан Музаев, который уже не один месяц пытается покинуть Грузию. Каждые 10 дней Сайхан Музаев приезжает в Тбилисский международный аэропорт с чемоданом, билетом, выездной визой. Уроженец Чечни, получивший в 2011 году грузинское гражданство, пытается уехать в Лондон на учебу. Вот уже 4-й месяц. Но из раза в раз Сайхана останавливают и разворачивают обратно. Это уже 9-я по счету попытка. Сайхан проходит регистрацию и поднимается к пограничной службе на паспортный контроль. Через 20 минут чеченец спускается обратно. В общем, меня не пустили по той же причине. Сказали, что мне нельзя выезжать за пределы, потому что так хочет МВД. Обращайтесь в МВД и все. Вот это вот я слышу уже 9-й раз подряд. Сайхан обращался в структуры не раз и даже просил официально предъявить ему обвинение, если на то есть основания. Впрочем, вразумительного ответа от властей так и не дождался. В феврале эту проблему поднимал и народный защитник Грузии Учена Нуашвили. Обусмен тогда буквально раскритиковал власть за ущемление прав граждан на передвижение. Впрочем, попытки правозащитника выяснить причины пока не увенчались успехом. Непосредственно с Музаевым мы встречались несколько раз. Наши представители даже сопровождали его в аэропорт, когда Музаев пытался покинуть территорию Грузии. К сожалению, получить официальный комментарий, почему ему не разрешают выехать из страны, нам не удалось. Мы работаем над этим вопросом, и определенные выводы будут сделаны в ближайшие дни. Сайхан Музаев, сам будучи беженцем, работал в Министерстве по делам вынужденно переселенных лиц Грузии. Впрочем, после отказа сотрудничать со следствием, чеченец потерял работу с лишением права на восстановление. Сайхан явился на допрос, но форма сотрудничества, которую предложили ему власти, оказалась для него крайне неприемлемой. В общем, это началось после того, как я отказал той же контрразведке дать ложные показания против Гии Лорд-Кипанидзе. В том, что он якобы являлся основателем и исполнителем этих событий Лапанкури.
О том, что проблем с властями стало больше именно после спецоперации в Лопанкуре, в Панкисе сегодня говорят многие. Собственно, чеченцев вновь пытаются представить проблемы, говорит житель села Джоколо, имам местной мечети Аюб Порчашвили. Кому-то интересно что-то, какой-то хаос создавать здесь, все, есть использовать, когда-то использовали, есть Панкиси, есть, создали горячую точку, короче, есть, кричали, короче, есть, и за это, короче, есть конкретно доходы, какие-то люди, короче, есть. Аюб говорит, что жители ущелья держат в постоянном напряжении. Телефоны, уверяет имам, прослушиваются 24 часа в сутки. Такая проблема есть вообще, не проходит свободно звонок, есть. А это Дуиси. Прихожане местной мечети встречают телекамеры не очень гостеприимно. Жители села говорят, что после каждого публичного заявления и без того непростое положение чеченцев в Грузии лишь усугубляется. Чтобы узнать, так ли это, мы обратились в МВД страны. В силовом ведомстве нам ответили письменно и максимально коротко. Министерство внутренних дел Грузии действует в рамках закона и никаких особых ограничений в отношении северокавказцев не действует. Впрочем, сами жители Панкиси почти не сомневаются, ситуация осложнилась именно после событий в Лопанкуре. 2012. Место, где покоятся так называемые боевики, ликвидированные в позапрошлом году в ущелье Лопата, несложно найти на Дуиском кладбище. Многие жители Панкисского ущелья и сегодня не до конца понимают, во имя чего погибли эти молодые люди. По сей день на официальном уровне никто так и не ответил на вопросы относительно событий в ущелье Лопута. Сначала дело расследовало МВД, затем оно было перенаправлено в прокуратуру. Теперь же под контролем департамента контрразведки. Власти обещают поставить точку в расследовании уже в ближайшее время. Впрочем, жители Панкиси сомневаются, что на это есть политическая воля. Они лучше нас знают, что происходило в Лопанкуре. Нам кажется, и лично мне, что Лопанкуре – это тема торга, и когда они хотят начать кампанию против кого-то, они начинают вспоминать про события в ущелье Лопота. Все знают, что там произошло. Молодые шли в Россию. Как они туда попали, им хорошо известно. И как они собираются расследовать этот случай, если те, кто занимались этим делом, до сих пор на должностях, а некоторые из них даже повышены. У жителей ущелья много вопросов, на которые нет ответов. И не только в отношении спецоперации в Лопанкуре и последовавших за ней допросов и расспросов. Интеграция панкисского общества с остальной Грузией всегда была и остается одной из важнейших продекларированных задач официального Тбилиси. Впрочем, попытки местных помочь этому процессу, по словам жителей ущелья, зачастую пресекаются. Аюбу Борчашвили не дали возможности открыть в селе Джохолу языковой центр в полуразрушенном бесхозном здании рядом с мечетью. А Сайхан Музаев, пытавшийся привлечь в Грузию влиятельных арабских инвесторов, из-за неаргументированных проблем с властями потерял доверие своих партнеров. В следующую субботу Сайхан вновь попытается покинуть Грузию. София Тетрадзе, Александр Габелия, итоги ТВ3. С точки зрения прав человека в Грузии далеко не все идеально, отмечают эксперты. Это касается и политзаключенных. Аппарат омбудсмена предложил парламенту страны создать комиссию по реабилитации политических заключенных. Напомню, в декабре 2012 года высший законодательный орган Грузии признал политическими заключенными 190 человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В январе 2013 был принят закон об амнистии, по которому все они вышли на свободу. Сейчас аппарат омбудсмена резко рекомендует создать комиссию, которая наконец займется пересмотром дел этих людей, чтобы с них были сняты все обвинения. У нас в гостях бывший политзаключенный, экс-советник грузинского представительства при НАТО Вахтанг Моисая. Добрый вечер, господин Моисая. Спасибо, что пришли. Добрый вечер, Владимир. Я впервые участвую в вашей программе, и пусть мой визит будет успешным и счастливым для вас и для меня. Спасибо большое. Давайте конкретно к вопросам. Во-первых, да, как обстоят дела с реабилитацией политзаключенных? Есть ли реальные сдвиги на этом направлении? Это очень хороший вопрос и своевременный вопрос, потому что, к сожалению, на данном этапе, после того, как был принят соответствующий указ в рамках грузинского парламента о предоставлении статуса политзаключенных 190 человек и 25 человек было дан статус политического узника, то есть политического, я бы сказал, ну, другой статус, короче, беженца. С тех пор фактически никаких сдвигов в том плане, что в плане реабилитации и в том плане, что, так сказать, например, что права тех людей, которые были по политическим мотивам замучены в тюрьмах, было это восстановлено, пока еще не принято. Только один в одном формате, все политзаключенных, всех политзаключенных был снят
уголовная ответственность. 50-м уголовная ответственность, и вот этим как бы все и как бы ограничилось. К сожалению, уже дальнейших путей, к сожалению, мы не видим, потому что, надеюсь, я думаю, что нет политической воли дальнейшей, чтобы как-то вот содействовать этому процессу, чтобы все права были, так сказать, всецело, значит, исправлены, и, естественно, процесс реабилитации пошел на полный ход. Господин Маисаев, вот вы говорите, что вы считаете, что нет политической воли у нынешнего руководства. Как вы считаете, почему нет политической воли? Это вопрос очень, так сказать, многогранный, очень комплексный, потому что, во-первых, был такой со временем парламентских выборов 2012 года, октября 21 октября 2012 года, был такой переходный процесс, когда было двоевластие, и в этом контексте. И в этом контексте был, так сказать, потом появился политика кооптации, которая себе мешала этому процессу. И только после президентских выборов появился какой-то шанс, чтобы, как говорится, процесс пошел в полном объеме. То есть, чтобы политика справедливости была восторжествена. То есть, ну и в этом контексте мы ждем, что процесс пойдет уже в полном обиходе. Особенно учетом, так сказать, тех... Потому что те люди и те правящие, то есть правая партия, которая сейчас перешла в оппозицию, она всячески блокировала, чтобы процесс справедливости был востребован. Я в этом вижу, так сказать, главную, так сказать, цель вот того, что, так сказать, не было выявлено в полном масштабе политическая воля со стороны нынешнего грузинского руководства. Господин Маисаев, вот вопрос. Вас арестовали в 2009 году по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже вас... Да. Там не было сказано спецслужбы России, да, потому что это вот... После этих обвинений вас признали политическим заключенным. Сейчас на скамье подсудимых бывший глава МВД и премьер-министр Вано Мирабишвили. Представители Единого национального движения тоже считают его политзаключенным. Да, и нынешние допросы бывших высокопоставленных чиновников называют политическим преследованием. Как по-вашему, можно ли применять сейчас в адрес представителей бывших властей термин политзаключенный? Пожалуйста, я могу задать вам встречный вопрос. Можно ли признать политзаключенным, например, Лаврентия Павловича Берия? Я как знаю, так сказать, вопрос это был поставлен, так сказать, даже в России после, так сказать, при перестроечном времени, и этому вопросу был дан отказ. Потому что как и Лаврентий Павлович Берия, так и Вано Мирабишвили, они были настоящими архитекторами тех ужасов, то есть первый советского ГУЛАГа, второй грузинского ГУЛАГа. Так что в этом отношении те люди, которые занимались именно, так сказать, политическими убийствами, занимались пытками, особенно в тюрьмах, и, естественно, преследовали людей по политическим мотивам, не могут быть, так сказать, провозглашены как политические заключенные. Так что тогда можно поставить вопрос, а был ли политический заключенный Лаврентий Берия? Или хотя бы, так сказать, Феликс Эдмундович Дзержинский. Господин Маисаев, касательно политзаключенных и вашей нынешней деятельности в этом направлении, то есть что вы можете предложить властям, что необходимо делать властям, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда? Кстати, у нас была очень интересная встреча в рабочем порядке с представителями парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции. И мы этот вопрос поставили, так сказать, и некоторые, так сказать, и инициативы мы, как говорится, представили представителям комитета. Там не присутствовали представители бывшей, так сказать, правящей национальной партии, национального движения. Люди, они побоялись, естественно, просто с нами встретиться в этом формате. И просто мы, значит, первое, что должно было делать, должно было дать политическая оценка тому режиму, который существовал в 2005 по 2012 году. Это во-первых. Во-вторых, процесс реабилитации должен неукоснительно выполняться, потому что любыми средствами. И мы представили конкретные предложения, которые, так сказать, я думаю, что комитет по правам человека рассмотрит и уже внесет в, значит,
в рамках самого обсуждения на парламентском уровне. Так что вот те решения, которые должны были соответствовать. И должны были, и все те люди, которые участвовали в фальсификации и, так сказать, политических процессах и занимались делами так называемых политзаключенных, должны быть освобождены. В первую очередь, это касается силовых структур. И то, что вы вот в предыдущем эпизоде абсолютно, так сказать, показывали на примере Панкиси, вот сейчас дается конкретный сбой. Потому что те люди, которые участвовали в пытках, я бы сказал, в расстрелах и даже уничтожении грузинского народа, они сейчас занимают высшие посты в силовых структурах нынешней Грузии. Ясно. Скажите, пожалуйста, вот вы обращались в какие-то европейские структуры в связи с этим, чтобы с просьбой помочь вмешаться в ситуацию, каким-то образом повлиять на нынешнее руководство страны, чтобы этот вопрос был поднят на повестку дня? Ну, лично, так сказать, я, во-первых, внес иск в Конституционный суд, и все те люди, которые были обвинены в шпионаже по статье 314, они все фактически реабилитированы Конституционным судом, потому что я выиграл этот иск, как говорится, и Конституционный суд, значит, прямо, так сказать, издал соответствующий указ, что эта статья не соответствует конституционным принципам Грузии. И она должна быть, естественно, абсолютно, так сказать, транспонирована и изменена. Это уже, я бы сказал, отчасти, так сказать, победа, то, что Конституционный суд признал нас, так сказать, абсолютно, так сказать, то, что мы были обвинены не по конституционным, так сказать, принципам. А во-вторых, мое дело уже, так сказать, скоро будет решаться на уровне суда в Страсбурге, то есть по правам человека. И мое дело лично, так сказать, тоже, так сказать, были передано, значит, комитет по делам по правам человека при ООН. Так что и само, так сказать, представительство НАТО тоже заинтересована лично в моем деле, потому что я официально был обвинен, меня официально обвинили в шпионаже в пользу спецслужб НАТО. Ясно. Раз мы уже заговорили о НАТО и о Европе, да. Вы были советником представительства Грузии при НАТО, правильно? Да, да. А как вы можете оценить нынешнюю позицию Грузии на пути в НАТО, насколько страна реально готова вступить и насколько нас реально готовы принять? НАТО? Знаете, вопрос встает в одностороннем порядке, потому что это единственная цель, интеграция в НАТО, это единственная цель для успешной, так сказать, для того, чтобы наша, значит, национальная безопасность Грузии была, так сказать, нерешимой и так сказать, незыблемой. Потому что у нас это, тем более, что это в интеграции в структурах НАТО и в структурах евроатлантических структурах, это единственная, так сказать, возможность, чтобы как-то, так сказать, вот ту агрессию и ту ползучую оккупацию остановить, которая сейчас идет с севера. Во-вторых, так сказать, сейчас появились новые угрозы, например, как асимметрические угрозы, как, например, вопрос терроризма, вопрос, так сказать, пиратства, вопрос кибертерроризма. И, естественно, в этом контексте НАТО является единственным гарантом для обеспечения грузинской безопасности. Господин Майса, то, что Грузии НАТО необходимо, с этим мало кто спорит. А вот насколько НАТО необходимо Грузии? НАТО тоже, для НАТО тоже это необходимо, так сказать, Грузии, потому что расширение альянса на восток или даже расширение альянса, так сказать, вот зону постсоветского пространства является тоже, так сказать, я бы это коалиция, потому что НАТО уже переросло, так сказать, то, что НАТО уже не является, так сказать, институтом коллективного безопасности, региональной безопасности, а является коллективной безопасностью. Естественно, участие в структурах НАТО, тем более, что она тоже это очень, так сказать, является главным предтечем, потому что Грузия является транзитным государством, и это короткий путь, между который соединяет Азию и с Европой. Естественно, участие, так сказать, Грузии в НАТО, это доказывает то, что и Грузия, и НАТО тоже нужна Грузии. То есть, напротив, Грузия нужна НАТО. Ну что ж, к сожалению, наше время истекло. Большое спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Я напомню, у нас в гостях был Вахтанг Моисай, бывший советник грузинского представительства при НАТО.
Ну а неделя НАТО в Тбилиси началась. В церемонии открытия приняли участие госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили и помощник генсека НАТО в вопросах народной дипломатии Калинда Грабар-Китарович. По словам Петриашвили, проведение недели НАТО имеет очень важное значение, так как еще раз напоминает грузинскому обществу, государствам-членам НАТО и соседям Грузии о евроатлантических устремлениях страны. За церемонией открытия последовала международная конференция «Путь к НАТО. Опыт стран Центральной и Восточной Европы». В ней приняли участие министр обороны Грузии Иракли Аласани, высокопоставленные гости из стран Восточной Европы и представители дипломатического корпуса. Важное значение в первую очередь имеет позиция госпожи Калиндер Грабар-Китарович и позиция НАТО касательно того, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса. На пути к НАТО Грузия осуществила значительный прогресс. Здесь мы оцениваем достижения и реформы Грузии. Хочу отметить честные и прозрачные выборы. Мы намерены следить и за назначенными на июнь муниципальными выборами. Также отмечу, что заявления, сделанные в Чикаго и Бухаресте, по-прежнему имеют силу. Грузия станет членом НАТО, если будет соответствовать определенным критериям. Грузия – партнер НАТО в миссии ISAF, и мы высоко это ценим. А тем временем Ираклия Гарибашвили ждут в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила премьер-министра Грузии посетить страну с официальным визитом. По словам советника премьера по внешним вопросам Давида Маградзе, это первое приглашение со стороны руководства ФРГ к грузинским лидерам. В ходе встречи будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и вопросы интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Ожидается, что Гарибашвили посетит Германию в июне этого года. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили по приглашению Ангелы Меркель отправится с официальным визитом в Федеративную Республику Германия. Это первое приглашение канцлером Германии первых лиц Грузии в свою страну. Де-факто парламент Абхазии принял постановление о урегулировании проблемы паспортизации в Галит, Кварчеле и Чамчере. Речь идет о районах с грузинским населением, где по заявлению де-факто парламента абхазские паспорта были выданы с нарушениями и должны быть аннулированы. Министерство иностранных дел Грузии на это заявили, что любые постановления так называемого абхазского парламента нелегитимны. Любые действия нелегитимного оккупационного режима на обеих оккупированных территориях незаконны и не соответствуют международным нормам. Несуществующий парламент несуществующей страны не имеет никакой юридической или политической силы. Венгерские правые вновь побеждают на выборах. Правящая партия Фидес во главе с Виктором Орбаном получает большинство в парламенте. На это указывают предварительные итоги голосования. Нынешний премьер со своими сторонниками заручились поддержкой почти 45% избирателей, тогда как оппозиционный левоцентристский альянс всего 25,5%. Еще около 21% голосов досталось националистической партии Йобик. О торжестве правых настроений в Венгрии и о том, что это может принести в Европе, в нашем сюжете. Мы победили. Венгрия снова то место, где вы хотите жить, работать и иметь семью. Виктор Орбан, один из самых своевольных европейских политиков, празднует успех на парламентских выборах. Главная интрига, удастся ли правящей партии Фидес сохранить конституционное большинство в 2/3 голосов или придется довольствоваться простым большинством, разрешилась. В последний момент правым удалось сохранить позиции. Дамы и господа, все сомнения и неопределенности исчезли. Мы выиграли. И это не просто победа. Люди подтвердили правильность политики по созданию рабочих мест, поддержки семей и политики национальной независимости. Они подтвердили, что Венгрии место в Евросоюзе, но только при наличии сильного национального правительства. Убедительная победа правых в Венгрии – знаковое событие для всей Европы. Значительное место в избирательной кампании занимала тема членства Венгрии в Евросоюзе. Орбан, пришедший к власти в 2010 году после сокрушительного поражения леволиберальных сил, при правлении которых Будапешт сначала вступил в Евросоюз, а затем жестоко пострадал в результате финансового кризиса 2008 года, традиционно выступает за сильный суверенитет Венгрии в рамках ЕС. Его меры по ограничению деятельности транснациональных корпораций, западных банков, государственной поддержки ряда отраслей экономики, контролю цен на энергоносители, ограничению полномочий Центробанка и Конституционного суда традиционно подвергаются жесткой критике со стороны прозападных сил внутри страны и за рубежом. Однако он продолжает заявлять о борьбе с евробюрократией, не выходя из ЕС. В то же время, отмечают эксперты, для Орбана важно, что заявленный крайне правой оппозиционной партией Йобик лозунг референдума о выходе Венгрии из Евросоюза не получил широкой поддержки избирателей.
Мы не собираемся сдаваться и отказываться от защиты интересов тех людей, которые надеялись на нас. Наша партия последовательно набирает популярность. Перед выборами в Европарламент важно прояснить, что сегодня Йобик – самая сильная национальная партия в ЕС. Слова Габора Волы недалеки от истины. Наблюдатели действительно следили за венгерскими выборами, в том числе в контексте назначенных на май выборов в Европарламент. И 20 с лишним процентов голосов для ультраправых – неплохой показатель. Особенно на волне усиливающегося в ЕС евроскептицизма. При этом аналитики указывают на особенности процесса голосования. Выборы в Венгрии впервые проходили по новому избирательному праву, который, как утверждает оппозиция, создает преимущество для правящей партии. Так, при помощи почты в голосовании приняли участие десятки тысяч этнических венгров из соседних стран, которые получили венгерское гражданство благодаря закону, принятому по инициативе Фидес. Неудивительно, что подавляющее большинство их проголосовало за правящую партию. Так или иначе, политику Будапешта в ближайшие годы будет определять кабинет Виктора Орбана. И Брюсселю придется с этим считаться. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. В студии работал Владимир Унанянц. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.